Доброе утро! Сегодня готовим маш. Маш — это золотистая фасоль. Вот, смотрите, такая вот она. Маленькая, зеленая. Очень вкусная. Я ее промыла. Сейчас буду отваривать. Пока отваривается фасоль, варится, будет она вариться минут где-то 20, наверное. Я приготовила, я начистила морковочку, порезала, и лук. Это для зажарочки. Морковь с луком тушится, я добавляю специи. Из специй я кладу хмели-сунели, чеснок сушеный, куркуму, перец, там состав 5 перцев и сладкая паприка. И все это добавляю сюда в сковородочку. И немного теперь водички. И пусть немного протушится, и добавляем фасоль. Добавила фасоль в подливку. Перемешиваю. И пусть она теперь все тут сдружится, подружится. И будем пробовать на вкус. Вот такое блюдо у нас получилось. Очень вкусное, ароматное, с такой индийской ноточкой. Очень, очень рекомендую. Очень вкусное и полезное блюдо. Это золотистая фасоль маш с овощами. Я сегодня решила на обед приготовить вермишель и буду кушать золотистой фасолью. Она сочная, с подливочкой, как раз к вермишели самое то. Очень вкусно. Можно еще мясо добавить, можно сосиски отварить, можно овощи еще, кто как любит. Ну вот так вот на быструю руку такой очень вкусный ужин, обед. Всем пока-пока! Приятного нам аппетита!